Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9, урок 31. Игорь решил примеры на деление с остатком и записал их так. Правильно ли он выполнил вычисление? Обоснуй свой ответ. Игорь выполнил вычисление неверно в обоих примерах. В первом у него получился остаток больше делителя. Правильно будет решенный пример. 53 деленное на 7 получится 7. Проверяем. 7 плюс 7 – 49. 49 плюс 4 – 53. А у Игоря остаток 11. Остаток ни в коем случае не может быть больше, чем делитель. Допустил Игорь ошибку и во втором примере. Остаток он посчитал неправильно. Правильный остаток – это 7. Проверим. 39 разделить на 8 равно 4. Проверяем. 4 умножить на 8 будет 32. Остаток получается 7. 32 плюс 7 равно 39. А у Игоря остаток 5. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.